На 303-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск прошла профилактическая акция трассы без ДТП. В мероприятии приняли участие сотрудники госавтоинспекции и дорожного управления. Они обращались к водителям с рекомендациями по безопасному передвижению на автодорогах. В основном останавливали большегрузы, а так как с участием данного вида транспорта в последнее время происходит больше всего аварий. Произошел рост ДТП с участием грузового транспорта. Основные такие меры, вот, которые мы хотим сейчас довести до водительского состава, который двигается по федеральной дороге. Превышение скоростного режима. Второе – это выезд на полосу встречного движения. Также для безопасного движения по трассе идет ее расширение. Сейчас на 70 километрах автодороги Тюмень-Омск организовано движение по четырем полосам. К 2030 году такой будет вся трасса до самой границы с Омской областью. Основное, наверное, мероприятие, которое мы проводим для безопасности дорожного движения, это расширение дороги до четырех полос и разделение потоков встречных барьерным массивным ограждением. Это, наверное, самое основное такое мероприятие, которое приводит к снижению тяжести последствий, к снижению количества ДТП и прочего.